Итак, дорогие друзья, всех приветствую, и сегодня вас встретит очень такое, сказать, олдскульное прохождение шутера, ребят, под названием Siphon Filter, часть первая, ребят. Давайте вспомним, как это было. Поехали! Игра на английском. Встречает вот такое вот зеленое меню. Погнали! When does the operation begin? Our intelligence within... Так, катсцену мы пропустим. I've got you. Right. Переходим к геймплею. Погнали. Извиняюсь, что картинка урезанная. Ну, своего рода это как бы спидран игры. Так, валим этого. Минус один. Неплохо. Я хорош. Контакт пропускаем. Так, минус два. Вот это уже минус четыре. Неплохо. Ну, сразу до чекпоинта добрались. Так, вот сейчас они нас будут пытаться брать. Ну, мы просто сейчас пробежим, чтобы с ними не... сталкиваться. Ладно, бежим обратно. Они даже достать меня не могут. Удивительно. Да, запись немного подлагивает, конечно. Ну, извиняюсь за такое качество, ребят. С трудом удалось сделать видеозапуск, чтобы показать вам геймплей игры. Так, Кравич. Минус. I've taken out Kravich and destroyed the comm equipment, but I don't see their uplink dish. I'll trace it. Готово, задача выполнена. Так, давайте вызовем лифт. Патронов 0. Так, вот здесь где-то должен быть рубильник. Gabe, this must be what... Check. Просто я уже когда-то давным-давно на PlayStation 1 играл в эту игру, и, ну, собственно, уже знаю, что где находится. Эта снайперка, кстати, хорошая вещь. Как вы видите, с минимальным количеством патронов бегаю. Ну, как мы видим, дверь в метро открылась. Так, ну это нам не надо, так как это тест видео спидрана. Так, а вот одна из бомб. Tell CBDC to get guys down here. Copy. They're on their way. Так, где-то должна быть еще вторая. Так, спускаемся на лифте на нижнюю часть. Он даже меня не заметил. Отлично. Да не достанете вы меня все равно. Бесполезно по мне стрелять. Опа. Так, следующая бомба должна быть где-то там. Ну, давай посмотрим. Опа, гранаты. Так, ну что, ребят, это был лишь всего лишь спидран, поэтому спасибо, что смотрели данное видео. С вами был Железный Волк. Всем сайонара. Еще увидимся.